Не пустят просто. Добрый день. Добрый день. Здесь святом вас. Спасибо. Здесь святом вас, хлопцы. Вітаємо. От меня далеко не отходим, задаем интересующие вас вопросы, поднимаемся в вопросы. Зі святом, хлопці. Дякую. Ах ти, палуба, палуба, ти мене скачай. Подойдите, пожалуйста, на обратном пути. Я вас обязательно сюда заведу. Вы сфотографируете сейчас. Небольшая экскурсия, и по ходу дела будете фотографироваться. Корабль спущен на воду в 92-м году. В 93-м, 4 июля, он поднял флаг военно-морских сил вооруженных сил Украины. После этого он побывал в многих миротворческих операциях, многих учениях, бывал в многих странах, таких как США два раза, Франция, Италия, Греция, Турция, Африка, Объединенные Арабские Эмираты. Последний его длинный поход – это полгода, две противопиратские операции по поддержанию мира. Это «Аталанта» и «Океанский щит», которые проходили в Аденском заливе и Индийском океане. А почему там вот волк? Это символ корабля. Морской волк. Сейчас мы находимся на вертолетной площадке, которая принимает два таких вертолета, как штатных, К-27. Они существуют двух типов, это ПЧ и ПР, противочерновый, да, пошукова рядума. Попрошу вас. А где ваш? Сам вертолет базируется в сухопутной части в Николаеве, прилетает к нам на выход. Он туда влезает, на самом деле? Конечно. Пойдемте сейчас. А как он оттуда? А, он небольшой.